Тут есть зеленая линия. По ней можно идти как роботом. И увидишь все достопримечательности. Вот там, например, что-то есть. Динамит. Трогаем воду, притекшую из Байкала. Качественно, градусов 7. И тебе привет. Едем добывать хералий. Так, значит, добираемся мы к Орехону. Орехон, это получается там. Это здесь паромчики. Один из главных героев этого фильма. Я пойду дойду. Погода прекрасная. Так, ну, если не видно, то здесь прям зеленые и зеленые. Поехали дальше.
часа тут плыли и смотрели на Байкал. 3 часа. Подъезжаем. Парковка где-то вон там. Так, а высадились мы практически в Греции. И в Турции. Ну или вон в другом прекрасном месте. Следующий пацан. Ребята, которые поедут после нас. Высадка природная. Ставили, значит, нас в такое вот прекрасное место. Но мы здесь не будем задерживаться, так как мы ждем свой бобик, так получается. Говорят, машина, но я думаю, что будет бобик. Тут так высоко. Да, так высоко, я согласна. Так, ну если что, вот красиво это было. Что-то. Давай еще разочек. Следующий ништяк. Настя, Настя, как называется? Мыс Шунте левый. Дать левый шунт. Конечно, да. Слишком красиво, чтобы все это снимать. Вот бутылку открывает. Теперь собака. Как, куда идем? Мы с тобой. Край земли. На край земли идем. Вообще край острова Орехон, конечно. Ну, местные земли край.
Мы пошли назад, короче. Мне кажется, у нас небольшая не долетит. Короче, у них кидаешь. Ну я понимаю, но слишком близко к ним надо. Ну, я же говорю, им плевать. Чертели они тебя. Может, ты поймешь воды? Воротом, как самолет на посадку сразу через разворот. Они почему-то, посмотрите, не по одному летают, по одной летают. Одна садится, вторая. У них лимит на полеты. Он говорит, крокодильчик вроде как. На отдыхе. Может быть, не он вообще. Решили такие дикарями проехаться все-таки без экскурсий. Хотя бы до шаманки. Наш отель чем где-то вот там за горкой. Thank you.
началось. Видимо, постепенно обваливается это место. Поэтому не будем рисковать. Самарочка. Немного в мире животных. Решили своими ножками прогуляться до Байкала, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать себя дикарями, а то только лукшери, отели, рестораны. Стаси Владимир смотрит на цветущий берег, я понимаю. Надеюсь, что это именно цветущий, а не что-либо другое. Блин, вот такой дорожки не было. Забирай. Около отеля нашли доставку Windows. Тюнь-тюнь-тюнь. Ну и закат, само собой, ядреный какой-то. Жесть. Ну это наш отель. Что у тебя сзади? Не скажу. Покажи. Не покажу. Ну-ка. А если найду? Ну, по глазам все поняли, ладно. Может, ничего не снималось. Я все думаю, взять и спрыгнуть, но мне страшно. Давай, у тебя время идет. Вообще,
Вообще-то холодно. Не-а. Я не знаю, как ты это делаешь. Наш отель. Два хороших мальчика. Я видео снимаю. Ля. Сказали, называется сад камней. Новый опыт на Айхоне, езда по шоссе, которое превратилось в кучу грязи. Он чел застрял. Говорит, как он там оказался? Это озеро типа в форме сердца.
Доволен? Нет. Это была Спарта. У озера в форме сердечка нашли камешек в форме сердечка. Сплошная романтика. Так оставлю я это здесь. И дальше пошли. Это как орел решка, сотку долларов где-то оставляют. Оставляю здесь сердечко свое. Death Stranding. А если доставь меня в гору? Не лень, не лень. С хера ли у тебя есть? С хера ли. Так сказать. Он же старит. Чё квакаешь? Чё якаешь? Ты? Чё тыкаешь? Мы? Ты скучная. Охренеть, что ты. Сбегаешь? Немножечко мы прогулялись от сердечного озера. Вот такое. Да, последняя гора в жизни, наверное, я столько больше не пройду. У меня тут мышь сломался. Не знаете, что делать в таких ситуациях? Какой разговор, чего?
слева Сталин. Живите теперь с этой, с этим знанием. Да. Зорочка. А, это мы с Винни Альхона между малым морем, это малым и большое тоже видно. Ну и просто поля без ничего. Потому что инопланетяне высаживались под круги интересные. Ну и тяжело будет, тут ничего ровного нет. Что же там? Еще бежим. Ой, тут что, прям ничего нет?
что мы номер один. Здесь на ключ. Здесь мы уже открыли. Привет. Давай найдем с тобой, где мы были за эти 5 дней. Вообще мы где-то примерно тут. Наш хотел где-то... Да, вот это наш хотел. Мы были тут в Кужире. Шаманка это она? Да, мы с шаманкой. Тут уже так все стыкано пальцем, что уже ничего не понятно. А потом мы плыли вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Здесь мы высадились. Узуры. Мы были тут, были тут. Погоди. Вот тут были, да? Тут. На самом мысе были. Вот здесь были. Где-то здесь. На шун... А, вот, Шунтаревы были. Где-то здесь были, где этот хранитель. Даже не знаю, чтоб мы тут где-то были еще. И где-то мы тут, где-то везде были, а еще где-то высаживали нас. Мы были у... на мысе Саса. Да? Фига. Это тот, который, где были палаточники. А-а-а. Или, ну там, короче, островок был еще какой-то, как будто торчащий. А, где это? Крокодильчик-то был? Или вот он. В общем, мы у залива останавливались. Да. Ну и все на этом. А потом мы были на юге. Вот тут мы были, озеро. Здесь вот эти вот были сад камней. Потом мы ехали сюда, 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 сюда. И вот мы были на кобылей голове. Вот это озеро, которое типа сердечко, которое ни хрена не сердечко. Вот это типа голова. Вот типа рог, как будто бы это типа голова. Потом мы поехали куда-то голова. Сюда на юг и где-то по этому побережью проехались. Вот в этом ущелье были. Это оно, здесь, да? Здесь с Лениным, походу, или вот а. Этот с Лениным, непонятно. Но к озеру мы этому не ездили точно. Мыс Ухан. Ну, дальше мы-то точно уже не были. А, это птица. А, вот какая птица тут летает. Орел? Вот. Что, правда, орлы летают? Ну, как, какой-то очень такой. Похоже на орлов был, да. Ты мне звонил. Ну и сейчас мы вот такие... И увидел в Питере. Сначала в Иркутск. Пока, Эльхон. Пока, Настя. Пока, Эльхон.
Ну, короче. Мы ждем шауху и пиво. Идите все на. Нам больше не надо ничего.